Всем привет! С вами Игорь Одарюк, и в сегодняшнем обзоре мы послушаем и сравним эти два пятиструнничка от FGN. Смотрите, какие красавцы! Значит, здесь ENG, здесь Seymour Duncan. Не забывай подписаться на мой YouTube-канал, это очень помогает выпускать видео на постоянной основе. Если ты впервые на моем канале, вот здесь вот будет ссылочка, всплывашка с моими другими обзорами. Я уверен, что ты найдешь что-то интересное для себя. Переходи, смотри, ставь лайк, подписывайся. Спасибо. Также у меня есть Patreon-страница, на которой ты можешь меня поддержать и выучить какие-то новые фишки на басу. Там есть ноты, есть табы, поэтому каждый найдет для себя что-то интересное. Три разных уровня для начинающих, для intermediate, а также для pro. Переходите в описание этого видео, ссылочку я оставлю там. Детальное описание этих двух инструментов вы можете найти в описании внизу под этим видео. У меня есть полноценные обзоры этих двух инструментов. Пожалуйста, переходите по ссылочке. Вот всплывашка на первый, на черный, с EMG. Следующая ссылка – это обзор с этим инструментом, где стоят Seymour. We'll be right back.
Я жду ваших комментариев по поводу того, какой инструмент вам больше понравился. Этот черный с EMG или этот синий с EMR. Мой выбор черный EMG.